кассетная дека, производство Японии, корпорация Matsushita Electric, модель называется Technics, подразделение Technics, Technics M7. Само собой, производство Японии, питание 220 вольт. Значит, дека педального типа. Вот, головочки синдастовые, в отличном состоянии. Так, открывается, закрывается. Будем проверять на запись в конце. Значит, что здесь? Стрелочная она у нас, индикаторы. Люди любят это дело. Стрелки, включение, кнопочка, наушники, выход 6,3 мм, пауза, запись, play. Все три вместе удобно. Кстати говоря, чик-чик-чик, они так, когда разбросаны. Значит, перемотка влево-вправо, стоп-выброс. Тоже люблю, когда отдельно выброс, а не стоп и выброс. Значит, вот так вот, full автостоп. Все автостопируется с перемоток, с воспроизведения. Счетчик у нас трехпозиционного механического типа с обнулением. Значит, здесь вот такие вот рычажки, долби есть у ней. Значит, мы будем писать без долбей. Вот так вот, значит, вход, да. Вот у нее есть микрофоны. Кстати говоря, здесь есть линия и микрофон. Вот так будет с микрофона писать, так линия. Мы будем писать с линии. Три типа ленты. Normal. Вот у нас Normal, кстати говоря, будем. Ferrum Chrome и Chrome 2. Металла нет. Уровень записи. Два кольца. Ну, вернее, одно внутреннее. Это левый канал. Это правый канал. Это левый канал. Это правый канал. И лампочка, когда будет писать, загорится красным свечением. Так, она у нас японская, питание 220 вольт. Вот так вот она выглядит. Вот так вот она. RS-M7. Не M7, а RS. M7, значит, Made in Japan. Нет у нее серийного номера. Я, как всегда, поставил свою меточку. Такой черненький в уголочке. Ни у кого такого нет. Значит, он еще дублируется 5-диновым, 5-пиновым, я все это путаю. Ну, короче, все поняли, что это такое. РЦА разъемы, колокольчики я запитал. Будем писать, проверять. Поехали. Так, поехали-то поехали. Пауза, реплей. We'll be right back.
Так, перемоточка влево. Стекло отражает. Не люблю это дело. Ну что поделать. Включаем плей. Это запись. Автостоп проверим. Так, срабатывает. Все срабатывает, все отрабатывает. На этом все, спасибо.